Здесь Сокс, ты, конечно, поставил, но у тебя уже нет места, так что давайте первый знак, восклицательный знак получить, все остальное, что тут осталось. Чек. Just gate, ты готов? Just готов. Славис, пекарь, да? Сейчас великий военачальник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. На полно брутала надеть. Ничтожный гном! Тебя погубит твоя... Геру тоже спылу дадить. Вот я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов! Попросил войско не вызывать. Ну ладно, если я зависну и умру, то я не виноват. Врата все. Хильтис и Кандалс. Есть, беги. Все эти заклинания с лорда. Лорда. Славия за хил. Инку про хил. Смотрим пламя легион. Только беги. Или же не кош. Барана захиливайте, речь. Вулканы смотрим. Сыграем все вулканы. Все вулканы, речь. Речь и вулканы. ХП пой, ЛРН. Клемов залейте, точечно. Секундан сопротил, смотрим, сейчас будете бежать, бежи, Клота, беги. Сейчас надо будет захилить. Все. Это у нас еще до сих пор ДБ, что ли, идет? Утешение, форма. Только утешение. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый... 300 Д фокус ту. Фокус ту. Хотик. Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет.
Чернокнижник заигрался и поплатился за это. Турнир продолжается. Рольте все. Уходите все от босса, уберите тотем, тщеславие, успех и все в БДК. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Я пока не могу прочитать это заклинание. Присмотрим, звездочка, это Брутелло, твой геморрой, тщеславие, у тебя будет кружочек. Капа, у тебя тромбик и... Так, кто еще может спекнуться у танка? ВВ, есть танк и спек? У кого есть танк и спек? Зисок, спекайся и будешь держать шаман. Поняли, что ты держишь танки. Отлично. А я вытяну, подождите. Мы заливаем крест. После креста будем заливать череп. Все, погнали. Керу диспельте их, все, убейте череп теперь. А вытяни череп к нам. Вытяни череп. Мак, ты баран. Полный баран. Ну вот и закончилось ДБ. Ебать, еще и покидает группу. Крест бейте. Стоял пиздил ход, а от тебя стоял кто-то и пиздил. Так отпиздил, что ты сдох. Лучше стоять, ничего не делать, когда тебя никто не будет пиздить. Как говорилось, в большом кушении, никто тебе ничего не сделает. Паблос, дисплей, фокус. Бейте потом треугольник.
Пушки треугольника сразу череп будете бить. Крестик бейте. Кедрид. Идемте ромбик бить. Там рогу, кружочек. Добьем ДК, бля, маг, пиздец, ты тупой. Выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. Уберите тотем. О, танк Катрин не упал. Впереди нас ждет битва с королем Личом. Ноль. Тут два танка сейчас будет? Да, два. Вячеславия или Протопал? Дайте шкаф. Идем с ума. Берите тотем. Запускаю босс. Сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Сколько убийств Протопала должно быть крита? Две могучие воительницы. У меня 46. 41.
69. Прям все черные, кроме Капы. Капа берет белый. Вроде все, захиливайте райд. В принципе, ДБ уже провален. Чек. Crazy Sox готов? Ты готовы? Начинай. Брутал. Сейчас будет спецспособность. Не делаем, просто капу захиливаем. Способность смотрит. Взяли все белые, бьем черный. Одна смерть, пиздец. Надо подождать. Прольте это. Отдал 6 секунданцу, то пароль киньте на роль. А, плащ валькир, я понял. Рольте плач. Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой... Вячеславе, спекись, пожалуйста, ВДК. Бля, одна смерть, ну это просто пиздец. Сейчас на новом браке никто не сдохнет. Бля. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, как... Ну, он и как раз виноват, потому что его хан бьет, а он дальше продолжает его пуржить. Вместо того, чтобы накинуть на себя щит или прожать глыбу. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Брутала на боссе, Тщеславие слева, Капа справа. Трэш под босса, все дела.
Сильно не хилим. Чак на баф на готовность. Тщеславие, что тебе не хватает? Все, начинаю. Это место станет вашей могилой. Наш подбос. Бейте, босс. Бейте босса пока. Сыгнем потом трэш. А ты трэш. Ну беги, Чендлер, на пути никто не стоит. Все отлично. Бьем просто трэш. Смотрим, сейчас босс выйдет. Там все босс. Смотрим трэш. Бьем трэш. По трэшу играем. Одного забери. Давайте, Гер. Пич 2 гим на хп. Да, я теперь ты давай гим на хп. Теперь не сильно хилим. Фокус давай гим на хп. Аня, давай сакру. Сильно хилим. Давай, босс. Иди теневой.
Ну, короче, как всегда, один маг сдох, один слоупок сдох. Скажите ему спасибо, что у вас нет очевы с конями. Вот и все. Стой, костер, на танка плащ упал. Роль. Инст, одна смерть, маг. Роль, тет. Защитник, роль. Не, плащ порол. Завоеватель.